Не знаете, чем заняться в выходные? Настоятельно рекомендую посетить Большое Уматинское озеро. Это будут незабываемые часы, увлекательно проведенные на лоне природы. Проверьте сами. Можно какие-нибудь ваши комментарии по поводу подъема на Бау? Очко полнейшее, не ходите сюда. Не, если серьезно, есть одно проблемное местечко, то вот как раз мы сейчас по нему поднимаемся. Ну, это тоже как бы все. Все это переживаемо, проходимо. Ничего такого экстраординарного. Вон, смотри, это здесь вбит такой анкер, не знаю, что это написано. Ленгип-эп. Ленгидроэнергопроект. Наши, из наших краев парни строили. Вон здесь тоже Ленгидроэнергопроект. Немножечко осталось. Ну как немножечко? Еще три раза по столько же. И мы на месте будем. О, вид какой отсюда эпический. Смотри какой. Так, ребят, ну дальше только вот так вот говорят. Ну то есть тут еще пока есть дорожка. Вот говорят, дальше она кончится. И вот так вот идем. Блин, смотрите, какая поляночка. И вон там какая беседка. Вон там ребята тусят, такая речка течет. Вообще прикол. Уютненькое такое местечко. И мы даже могли бы там затусить, если бы нам не нужно было идти по этой трубе еще километры и километры. Да не шучу, осталось немножко. Вон там где домики, вон там наверху, там уже все. Конец маршрута. Ты что равно выйдешь, а? На дорогу, ну давай. А ты прямо на коленях ползи, сейчас чиркнешь. Так, ну вот, на этом месте вам уже как бы навязчиво намекают, что дальше вы здесь не пройдете. И нужно идти на шоссе. Сейчас мы этим и займемся. Здесь уже прохладненько. Чувствуется ветерок. Настроение у нас хорошее. Ну что, ребят, 2,5 часа мы поднимались. И вот пришли в это супер красивое место. Ну, так сказать, не особо тяжело все подняться, но и не прям ну, супер. Ну, хрен его знает, блин, не особо, блядь. Причем жестко, блядь. Не, ну места, правда, красивые. К берегу, короче, нельзя подходить, не разрешают. На даму тоже нельзя заходить. Там вот пограничники, там проверяют документы. Но в целом, как бы, вот можно тут вот так вот сесть, устроить пикничок. Туда дальше выше забраться. Ну, ребят, ну спуск тоже такой себе, на самом деле. Не самых легких. Ну, достаточно проще подниматься, но все равно вот есть такие места, где надо аккуратно. Быстрее, наверное, раза в два мы спустимся. Наверное, за час спустимся. Может, чуть побольше. Но тоже надо на это время закладывать. Потому что это не так-то просто. Просто, ребят, ну все, мы спустились. Дошли до тачки. Получилось где-то километров 12. Туда и обратно. Причем ну, туда, естественно, гораздо сложнее. То есть, а по времени где-то у нас заняло где-то 3,5 часа. Ну, в принципе, ну, один раз можно что посмотреть, места реально красивые. Кто любит пешие прогулки в горах, я рекомендую.